Привет! Сачка, как ты тут? Спряталась на полочку? Позавтракали котики. Умываются. Он пришел не за мясом, он пришел за лаской. Кусачка, видимо, греет халат. Кусачка спит, дорогуша. Там, видимо, холодно и твердо всегда, поэтому они выбирают мягкие места, более теплые. Прикольно. Жулик. Что-то миски полные, никто ничего не ест. Наверное, не голодные коты наши. Кусачка пытается в пакет залезть. Кусачка. Ну, это ж кот. Это ж кот. Коробка, либо пакет, либо еще что-нибудь. Это у котов любимое место. Ага, передумала. Под софиты ни-ни. Убираем коробочку. Сачка. Принимает воздушные утренние ванны. Открыли окно. Теперь кислородная ванна. Запустили кислород в комнату. Он обалдеет здесь на подоконнике. Так, что это за ночное подъедание, а? Я не поняла. Так, пошло, как ничего не бывало, ну. Вот такие дела. Наши котики, обжорки.